Начнем, наверное, с положительного. Как оценишь свой визит в сборную? Как это было? Хороший опыт? Ну, за сборную всегда приятно играть. Выиграли все матчи, стал лучшим защитником, все положительно. Давно был без команды, без Салават Юлаева, конкретно имею в виду, что был в сборной. Как сегодняшний матч? Понятное дело, сегодня многое не получилось, но если в общем и целом говорить, чего сегодня не хватило? Ну, если честно, соскучился по команде, было приятно с нашими парнями вместе поиграть. Но первые два периода мы не играли в свой хоккей, в третьем чуть подсобрались, но чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет и выиграть матч потом. А вот именно как раз-таки главного тренера спрашивали про первый период. Вот чего именно не хватило? Заряженности или настроя? Что повлияло? Потому что третий период здорово себя проявили. Ну, вся команда была заряжена. Просто какие-то стечения обстоятельств не дало нам сыграть свой хоккей. Из-за этого допускали невынужденные ошибки и пропускали голы. Сегодня весьма такой по количеству удалений был. Много удалений было в матче. Как думаешь, в чем причина такой? Даже чем-то на плей-офф было похоже. Ну, матч был очень эмоциональный. Мы хотели победить, из-за этого было много борьбы, соперник тоже нам ее навязывал, из-за этого было много удалений. Сегодня практически полная арена поддерживала команду. Как оценишь эту атмосферу на Уфа-арене? Выходной день, однако очень много сегодня болельщиков было. Уфа-арена — это лучшая арена, на которой можно играть. Я очень рад играть здесь.